Історія Гомільського парку налічує каля 200 годів. Зараз епоха минулого тут об'єднується з сучасністю. Обличчя парку збагачається новими об'єктами. Шерег обновленняў протягнула реконструкція моста над Білецьким спуском. Пішоходний путепровод був зведены 40 годів тому. Зараз ён отримав другое нараджение. Раньше мост был на опорах. Опоры, как видите, были убраны, что еще больше открыло Білецький спуск, для того, чтобы граждане могли спокойно спускаться і любоваться красотами нашого дворцово-паркового ансамбля парка Набережний. Калісті гэты спуск називався Боярським. За 40 гадоў эксплуатацыі яго стан пагоршыўся. Металічная канструкцыя прыйшла ў непрыгоднасць. 4 гады таму было прынята рашэнне аб яго закрыцці. Сёння мост зноў сустрэў сваіх пешаходаў. Даўжыня пешаходнага пуцеправода складае амаль 60 метраў, шырыня 3 метры. На яго рэканструкцыі спатрэбілася больш як 8 мільярдаў рублёў. Гэтыя сродкі былі выдзеленыя з абласнога бюджэту. Этот мост можна назваць такім аб'ектам інтересным, потому што он очень выполнен в такой конфігурацыі необычнай. Ночью он будет освещен оригинальной подсветкой, поэтому он как дополнительный туристический объект. Сёлета уже адрэстаўраваны киевский замковый спуск и открыта новая набережная. У хуткім часе будет уведена в эксплуатацию оглядная вежа. На чарзе каплица пахавальня князя Паскевичаў. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».